Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, я вас жду. Сегодня мы будем с вами жарить котлеты оладьи с фаршем и кабачком. Для этого нам понадобится, вот я крупно порезала филе индейки, бедра, где-то 400 грамм у меня получилось. Так, кабачок молодой, вот такой, или 2 цукини, луковичка небольшая, 3 зубчика чеснока, зелень, любая зелень, 2 столовые ложки. Так, муки 3 столовые ложки, крахмала 1 столовая ложка, 2 яйца и пряности, соль по вкусу, естественно, а 1/4 куркумы. Паприки вот я и перца молотого, вот прям буквально по маленькой щепоточке все вместе. Ну поехали. Режем лук мелко, как можно мелче, видите, вот так вот мелко. Теперь зелень мы порезали, где-то 2 столовые ложки у нас вышло, и чеснок. Чеснок и довилку. Кабачок трем на терке. Кожицу мы не убираем. А он молодой кабачок. Яйца. Фарш вбиваем. Специи вот наши. По 1/4 я все положила. И подсаливаем. И перемешиваем все. Добавляем мелко нарезанный лук, зелень, вот у нас у меня тут вместе с чесноком. Вот. И кабачок. Все это мешаем. Добавляем 3 столовых ложки муки. Вот, у меня побольше чуть-чуть получилось, ничего страшного. И ложку столовую крахмалу. И делаем, размешиваем все. И делаем наши оладьи. Продуем. Вот, кладем наши такие лепешечки. Они такие вот жиденькие, но можно их муки в холодной воде и обвалять вот так. Вот. Вот они такие красивые. Сейчас красивые. Потом будут еще вкусные. Перевернули наши котлетки. Жарили мы на огне на среднем. Где-то минутки 4 с одной стороны, и с другой. И вот они у нас пожарили. Вот приятного аппетита.